Всем доброго времени суток, всем привет! Приготовим десерт бешамель. Для нашего десерта нам понадобится, у меня вот тут масло 100 грамм. Также понадобится мука у нас 100 грамм, 4 ложки. Крахмал нам понадобится 2 ложки, это примерно 40 грамм. У меня по весу тут ровно 40 грамм, 2 ложки. Сахар у нас 200 грамм, вот такой стаканчик, тут ровно 200 грамм я отмерила. Молоко 1 литр. Ванильный сахар или ванилин 1 грамм. Если ванильный сахар, то чайная ложечка достаточно будет. Также нам понадобится кокосовая стружечка, тут мне по 20 грамм. 20-30 грамм, там уже берите сколько вам нужно, ну не меньше 20 грамм. У меня тут 42 пачки. Нам понадобится шоколад по желанию. Тут у меня грецкий орех 120 грамм. Я его просто обжарила на сковородочке минут 5. Шоколад мы растопим в конце, чтобы полить наш десерт. Итак, идемте на плиту, будем готовить сладкий бешамель. Итак, включили конфорочку, поставили кастрюльку с толстым дном желательно. И растапливаем масло. Как масло только зашипит, отправим в муку. Итак, масло у нас зашипело. Достаточно, буквально 30 секунд. Отправляем муку одним махом. Вот так высыпали. И теперь быстренько все это размешиваем. Все, желательно лопаточка, чтобы была деревянная. Мы должны это немножечко пожарить, чтобы мука у нас была прожаренная, не было запаха такого сырого, сырой муки. Буквально минуточку вот так вот жарим. Отправляем молоко. Сразу все не выливаем. Я вылила где-то грамм 150. И теперь все время помешиваем. Нам надо, чтобы теперь разошлась мука равномерненько. Достаточно. Вот чуть только началось сворачиваться, заливаем остальное молочко. Я все выливаю сразу весь литр. Вот так. И теперь мы ждем. Пока все это разойдется. Все разойдется, не переживайте, комочков не будет. И сразу высыпаю крахмал, сахар, вооружаюсь венчиком. И вот таким вот движением сразу все перемешали. Вот так. Конечно же, не забудем про ванилин. Конфорку я убавила на четверочку, все время помешиваем. Как только будете чувствовать, что уже начинает густеть, конфорку сразу убавляем на двоечку. Все время мешаем, никуда не отходим. Итак, уже начинает загустевать, как видите. Сейчас оно уже должно как бы закипеть. Огонечек немножечко убавляем. Я убавлю на двоечку или на троечку. И все время помешиваем. Сейчас, как увидим первые бульки, 30 секунд буквально помешиваем, кипятим. И будет наш крем готов. Итак, оно, как видите, закипело. Вот бульки пошли. Все, оно уже кипит. Теперь помешиваем, тоже не останавливаемся. И вот так вот до 30 считаем, 30 секунд. И наш крем будет готов. Отключаю плиту. Все, десерт наш готов. Уберу пока его в стороночку на 2 минутки. А теперь берем противень глубокий. Удобно застилать пергаментной бумагой. А теперь берем кокосовую стружку и рассыпаем тоненьким слоем. Беру крем и выливаю. Вот так. Выбираем все с кастрюльки, ничего не оставляем. Вот смотрите, у меня ничего не пригорело, если вам видно. Вот смотрите. Потому что я все время мешала, стояла. Все, выливаем весь крем. А теперь мы все это берем и разглаживаем. Вот так, тоненьким слоем. Все это делаем в темпе. У нас все тут горячее. Все очень хорошо кладется, мажется, разглаживается. Вот так. Вот так. Все это разглаживаем. Вот и все. Теперь берем наши орешки. Рассыпаем орешки равномерненько. Где больше, меньше, тут ничего страшного, как говорится. Все, рассыпали орешки. Убираем прохладное место. Как остынет, мы это все свернем в рулетик, порежем и подадим на стол. Рецепт оставлю под видео в описании. Также под видео найдете ссылочку на наш семейный канал, на Инстаграм. Уношу на балкон, даю полностью остыть.
Шоколад растопим в микроволновке по 10 секунд 3 раза. Шоколад я растопила в микроволновке по 10 секунд за 4 раза. Ставим микроволновку на 10 секунд, включаем, выключаем, опять ставим, опять на 10 секунд. И так вот 3-4 раза, пока шоколад у нас не растаял. Все, шоколад мы подготовили. Наш десерт застыл. Берем ножичек, прорезаем края. Ну, прям хорошо застыло у меня. Стояла 3 часа на балконе. На балконе у нас сейчас зима. Десерт наш можно выложить вот так вот на стол. Перетащить его. Вот так. Края вот тут слегка мы поднимем чуть-чуть. А там уже дальше оно все нормально, так как там у нас кокосовая стружка. Сворачиваем в рулетик. Вот так вот. И убираем. Стараемся бумагу убирать. Мы сначала должны чуть-чуть вот поддеть. Вот видите? Вот так вот. Слегка поддеваем. Вот так. Ну, а дальше уже сворачиваем в рулет. Протягиваем бумагу. И вот так потихонечку убираем. Опять прокручиваем. Бумагу убираем. И так далее. Вот так вот получается. Вот так. Вот сворачиваем. Свернули наш десерт в рулет. Нарезаем наш десерт. Промываем нож каждый раз, когда нарезаем. Тогда у вас порежется все хорошо. Десерт нарезаем вот такими вот кусочками. У меня уже пол десерта съели, оценили, сказали вкусно. Вот так выкладываем на тарелочку. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!